Надо было еще вспомнить. А когда ему не обломилось, он пришел назад. Хлеб, я об этом говорю. Сидите за столом. Хорош, давай. Господа, чтобы сидели все за столом. Товарищи энергетики, давайте за нас, ребятки. За энергетику. А я выпью за то, чтобы жили. И дай Бог, чтоб всегда вот эта вот херня... Владимир, на, самый вкусный. Спасибо. Вот эта херня, то бишь... Проводы, отводы, там у меня было. Чтоб всегда так было. Только доел. Чтоб все поднимай, Бог вышел. Я мужичку одно поднял. Ну не зря я деда люблю, а? За содержательный тост. Лучший мерзавец. Давай, все, поехали. Можно для истории повторить? Нет, Леня. Это не повторяется. Попробуй. Ребятки, давай. Фляжку потрогай. Дай Бог. Я забыл тебя, да? Съемка идет. Я сказал, где так есть. Сними суть, Саран, тут темно. Поднял, значит, не бей. О, блядь, у тебя остался еще проблем бывает. Вот так бухает. Ай! Не так сейчас. Дамские казаки. Подойди. Оказалось, что тебе зажал кубанил. Я поехал туда. Подарю. Через Москву я еду в Оркуту. Как все близко сидят. Гриши похудеть надо. В камеру не телевать. Попробуйте убрать, прибавить. Я попробую. Можно попробовать туда и обратно. Чтобы мне память осталась, чтобы. Ну, позабытый фото. Мы пойдем покурим быстренько. Давай еще три лопатки туда быстрее. А может дрон кидай? Не надо. Один взят. Да там горит он такой, плохой. Сколько лет не видел я тебя. А один отошлет. Тут. Из Москвы я еду в Оркуту. У Антона. Леш, ты попробуй. Чего? Чего попробовать? Там семечки. А, хлеб? Я тебе дам. Хорошо, ты мне оставь кусочек. Сейчас, не успеем, все пролетело. Что тут у нас? Вилки? Да, это где? Собаки где? Я тебе говорю. На тебя. Давай, попробуй. Попробуй, пока горят. Ну как? А сыр, что ты не положил ему сыр? Когда горячий будет, тоже надо. А это что? Не наплевать. Высоко сделал. За дорогу дальнюю влюблюсь. Давай, я тебя сейчас сделаю. И приеду я домой со своей дорогой. Гриша, повернись сюда ко мне, к свету. Блять, пол лица освещено, пол лица темно. Я дальше сделал, и освещение стало плохое. Ты же в подъемках сидишь там. На что ловил? Спросил у девочки, как гулять, она говорит, нормально, киданул. Где это? Солнце холоднее, чем земля. Да. Знаю, это гриш для меня. Ту-ту-ту-ту. Аркадьич вообще в потемках сидит. Не поверишь. Да не породи моя земля. Деда не было, дед контролирует. Сколько лет не видел я тебя. О, Аркадьича видно стало. Из Москвы я еду в маршруту. Сами вы гомики, не гомики. Комментируй, Гриша, комментируй. Ну, конечно, что комментировать? А что будет? Ты правильно снимаешь. Нет, нормально, чтобы было нормально. Ты правильным пальцем нажимаешь. Конечно, да. Все Во-во, понеслось. Куда пойдешь? И к печке ближе, да? Я холодил, а они все на печку ближе. Вот деда сидит с Леней, с Колей вместе. Вот фигу кто-то показывает. Вот оттуда, оттуда нормальное освещение. Нормально, да? А отсюда снимаешь, не могу в отъемках. А вот Алексеечка в промат наливает водяру кому-то. О, еще улыбается, а? Вообще мастер, да? Потом спокойно. Этот молодец. Ну вот. Как раз практически весь перейдет. А он у нас стол такой нехилый был. Не я умирать. Все, пожрали? Ставили один мыльник и стакан. Пожалуйста, кому-то. А как вот альбом? Ты скажу, ты с
А поцелуйте друг друга, а? Сейчас. О, кто-то сказал так. Опа, не получилось, да? Вот это любовь. Да, да, старпёр. Смотри, опа, опа. Это сада база, это сада база. Да, когда дело доходит сразу. Это сада база. Идёте до наших лет с дедом, блин. Вот без толку это получилось. Все, ЛДПР. Смотри, супруга, мне касается. Я. Да, говорим что-нибудь. Это же не фотография, это запись. Ай, молодцы, ай. Да-да, давайте старого снимем. Курите пить? Ничего, все совместимо. Вот конечно, это, конечно. Я шантажировать его потом буду. Конечно. О, сейчас старого укрупнить. Ну, чё, чтоб покрупнее был. Алё, сосёк! Соси! И пусть сосёк. Ты ж курва не курь. Чё подглядываешь? А? Сейчас мы посмотрим видеокамеру. Опа! А там раз, два, три, четыре, пять. А две выжрали, четыре выжрали. Хуй его знает. Будут душу бередить воспоминания. Тупые, но. Сильны будут даже доктора. Тупые, ой, тупые. Будет сильно будоражить их сознание. И не даст покоя вот память тупые. Вот это тупые рожи, короче. Нахуй. Один курит, нахуй, хотя в жизни не курит, который с моей стороны справа, а с вашей стороны слева. О, подошел Алексеевич. Толка. О, любовь, ничего. Ну-ка, 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 ну-ка. Да-да-да. Алкаши! Это они, да. Что уезжают все за стол. Ваня звонит. Дед сказал, все, пошли. Так, все, выключайся, Гриша. Выключай. Батарейка сама. Я не забыл. Ты же его дня сегодня не было. А с другой стороны, вот смотри, мы ратовались о том, что все курить бросили. А у кого-то зажигалки тогда прошли. Вот и все, и можно как мы тушить. По тебя зажигалки. Станцию останавливать. Горько! Ура! Ну так пью, кстати. Как его? Вот скажи, снимай. Который гвозди заколачивает в шпалы. Какой ребенок поиграет? Слышь ты, папарацци. Пойдешь на пенсию, мы тебе скинемся. Закусывай давай. Если доживем. Кто, я? Да-да, запечатлить это исторический момент. Да-да-да. Закуси, закуси. О-о-о! Таким бы, это, метка бы хапануть, на. То выросло, то выросло, Григорий. Это на что? Да, я вот думаю, завтра в Махово пока тебе
они получат результат? Нет. Что-то можно с него выдавить. О, у меня есть такое масло. Бумагами опять. Уже все, дед курит, короче, Лене пофиг. Да не курил я. Дед вообще сказал, что я бросаю. Так, посмотри, как бросаю. Пальца берешь, черный. На линии на 30. Ну еще раз улыбнись. Нормально. А еще раз руками так сделал. О. За это ответишь. У нефти не женский характер. У нефти характер мужской. И все у нас будет в порядке. Покуда мы помним с тобой. О! Папарацци! У нефти не женский характер. А еще что-нибудь скажи? Конь большой. А, ты Гриша. Слышь, Гриша. Какой я Гриша? Я незаконный фотоаппарат. Сучка крашеная, да? Ну-ка, детская кубанки, казаки танцуют. Покажи ее. Опа, 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 опа. Смотрю, вот, я тебе покажу. Рюмочку, блядь, аж камбур. Так что думайте, ребята. О чем белобрысые люди разговаривают? Начинаешь понимать. Вот молодой один. Среди них Руслан зовут. Это Махов. Руками машет. Беспалыми. Алексеевич и дед.